проанализировать и принять совместное решение. Представители общественного совета при администрации промышленного района города собрались, чтобы обсудить инициативу реформирования системы органов местного самоуправления. Сейчас в Самаре действует двухуровневая система, когда внутригородские районы являются отдельными органами местного самоуправления, при них сформированы депутатские корпуса, выделяется отдельное финансирование на содержание районов. Десятилетний опыт работы в такой системе показал ее низкую эффективность, размывание ответственности между районом и городским уровнями управления. В ходе реализации двухуровневой модели местного самоуправления мы столкнулись с рядом проблем, и в частности с недостаточностью финансирования ряда проектов для решения проблем местного значения. И на заседании правительства Самарской области губернатор подчеркнул, что сегодня мы должны перейти к одноуровневой системе местного самоуправления в соответствии с федеральным законом об общих принципах местного самоуправления, который в первом чтении утвердила Государственная Дума Российской Федерации. Напомним, что на двухуровневую модель системы местного самоуправления Самарский регион перешел в ходе реформы 2014 года. Тогда это был эксперимент, в котором участвовали Самара, Махачкала и Челябинск. Сегодня эксперты уверены, что эксперимент себя не оправдал. У меня, как у председателя общественного совета, твердое абсолютно убеждение в том, что эта реформа 2014 года себя не оправдала. Ну, во-первых, я всегда была сторонницей жесткой вертикали управления в городе, тем более в городе-миллионнике, и всегда придерживалась этой позиции. Поэтому я считаю, что сейчас есть у нас все основания для того, чтобы пообсуждать, имеет ли смысл нам сохранять эту многоуровневую систему местного самоуправления, либо нам вернуться к той структуре, которая была до 2014 года. Сегодня предлагается вернуться к системе, когда жители города будут выбирать не районных депутатов, а парламентариев напрямую в городскую думу. А внутригородские районы снова войдут в состав администрации города, как это было прежде, рассказал член городской общественной палаты Сергей Семченко, в разное время возглавлявший Ленинский и Самарский районы города. Так как я давно, в общем-то, работал при различных системах органов власти, то, в принципе, так было, и вот мне кажется, лично мне кажется, что особенно в наше время, вот сегодняшнее время, наверное, это разумный подход. Это единый будет организм, город, и районы – это структурные подразделения, ну так вот и выражусь, структурные подразделения города. Предложение о необходимости реформирования системы органов местного самоуправления не только обсудят на общественных советах при администрациях, но и вынесут на публичные слушания. Если жители поддержат инициативу, то городская дума выйдет с соответствующим предложением о внесении изменений в устав города. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров. События.